двигаемся дальше. Если следующий поединок по номерам 9 пройдет в весовой категории до 10-7 килограммов. И первым в красный угол клетки приглашается боец, представитель Кыргызстана Владислав Чолман. Соперников 9-го поединка нашего вечера в рамках весовой категории до 57 килограммов. И первый боец, находящийся в красном углу клетки, из которого составляет 57 килограммов, 170 сантиметров, его рост ему 22 года, является кандидатом мастера спорта по боевому самбо, призером Кубка Москвы по боевому самбо, представляет бойцовский клуб «Акбарс», тренер Золотова Мамаша Рыбов. Дальше его соперник, стоящий справа от меня в синем углу клетки. Боец, который составляет 57 килограммов, 170 сантиметров, его рост ему 26 лет, является кандидатом мастера спорта по кикбоксингу, многократным победителем турнира по ММА, представляет клуб «Гумар Тим» из Кыргызстана. Чего?
И продолжаем гости. В этом поединке нас прочим повернул на второй минуте 56 секунды второго раунда. На минуту 15 секунд одержал боец из Сиволла Руслан Кравченко. И для награждения приглашается представитель Европы в Европе Сайхан Акаев. И также общая фото обязательно двух соперников почетного.